Ну, короче, всем привет, да. Мы продолжаем. Это какая-то 13-я серия, да? Вроде бы да. Или 14-я уже, в общем. 13 или 14-я? Мы уже сбились, в общем, мы специально отдохнули перед вот этой вот штукой. Как вы помните, в предыдущей было 5 волн, и нам дали доп-слот для осколков. Под это дело удачно зашли. Вот. И интересно, сколько волн будет в этой. Мы тут свои ставки уже даже сделаем. 8, может быть, или 7. Или также 5. Судя по тому, что это как бы, ну, усложнение, да, то есть это следующий слот, да, логично предположить, что волн будет больше. Да, ну смотри, например, здесь вот дырка, да. Здесь дырка. Такие очевидные, раз. Ну, два. 4 больших, и 5. Вот, и одна посерединке, 5. Это 5. И 3 маленьких еще над арочкой. Ну, посмотрим. Ну, давай. Еще мне интересно, какие... Какие мобы и какая сложность, да. Так, жук и это. Ну, делай свое любимое. Прыжок и вниз с кувалдой. По крайней мере, дамаг это самый большой. 2 комара. Да, ё-моё, меня зажали. 3 комара. Но... Блин. Он улетел. Угу. А? Да ну. Энергию дали. Значит, сейчас будет... Оу. Ай, перелети дайте. Да. Еще и этот тут. Заныкайся. Ой, жесть какая. Что творится-то? Это только вторая волна. Интересно, они сюда пойдут? Жесть. Какой-то прямо артобстрел. Я сбил. Жесть. Ай. Почти еще один шот. Есть. Этот помер. Кстати, отличная тактика. Не надо к ним выходить. Угу. Их можно так запинать. Помни, что у тебя... А ты молоток обратно поставил? Да, вместо дерева. О-ля-ля. Закуйточек тут не просто так. Чувствую я, это все фигня еще. Ягодки впереди. Перелейся. Взрывные жуки. Мадре, мадре. Подбери энергию. Оу. О! Лук. Отличный выход. Энергия лежит. Энергия, энергия. О! Бешеные белки. И этот плевака опять. Он по 3 плюет. Зараза. Ай. Ой, они сюда прыгают, вот эта жопа, конечно. Бешеные просто. Одна еще из них с волной. Очень много жизни потрачено. Угу. За стенку нельзя сходиться. Ништяк. И вниз. И вниз. Они все недобитки. Же просто же какие-то долбанные кенгуру. А-а-а. Очень мало. Все, что ли? Не поняла. Это сколько? 4 всего было? Волны. Угу. Я думала, сложнее будет. Так. Не.
Это доп. Ячейку для осколков дали. Это наши пассивки, работающие как бы и так. Угу. Там у нас стоит тройной прыжок. Вот она. Вот. Круто. Блин, я вот тогда хотел, по-моему, вот эту. А, да. Кнут, который к врагам. Да. Но я не знаю, вот, насколько это круто. Авантюра. Враги получают на 70% избыток энергии в жизнь. Безрассудство. Это урон. Вы наносите на 20% больше урона в ближнем бою, когда остается мало жизни. Неплохой, кстати, навык. Не этот. Выше, который по диагональке. Да. Ну или кнут ставь. Так, это у нас мы где сейчас? Это мы вот здесь. Угу. Куда мы идем? Ну, ты хотел что-то... Ну, вот к этой, я так полагаю. А как к ней пройти? Неизвестно. Ну, я не знаю, я не вижу проходов. Давай до мужика дойдем. Ну, это, наверное, да. Предлагаю тогда вот сюда отлететь. Ну, хочешь, ты пышься. Там вон тоже по дороге есть. Да. Жизнь нам сейчас не помешает. Ну, прыгай. Да прыгай. Не стесняйся. Окажется, что я зря сюда шел. Ну, все может быть. Ну, вроде нет. Нормально. Идти можно. Эх. А вот теперь что-то я уже не уверен, что нормально. Да блин. А чё он тут два прыжка-то делал? Смотри, у тебя двойной этот тройной прыжок, рывок еще есть. Да это я помню. Эх, блин, не хватает. Ни хрена нельзя. Ну чё я хочу сказать? А у нас там открыто или нет? Да всё тут открыто. Ага, ну тогда можно от того колодца просто перенестись. Какого того? От который справа по дороге. Нам тут наверх. Мы сможем тут наверх забраться? Я что и пытаюсь хоть где-нибудь. От него нельзя этой. Захватом. Это нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фонарик рабочий. Да ё-моё. Да что ж такое-то? Угу. Ну вот она, эта дырка. Мы сейчас снизу были там. Ну, а тут колодец где-то. Колодец там где-то здесь. Под нами. Ага. Там восходящий.
Но наверху фонарик. О! Тихо. Угу. Засейвились. Ну и можно перенестись сюда поближе хотя бы. Угу. На самом деле, проходя так, мы убиваем мобов и получаем опыт, конечно. Ну да, но так мы экономим время. Так, нам же вот в сторону. Не помню. Да. Вот. Странно. А кому же семя надо отдать? Я думала, ему. Так. Здесь у нас Титум дал нам задание, да? Да. Обрати внимание, у нас тут из-за мостиков есть непройденные места. Угу. А где-то и был песок. Помнишь, как-то, ну... Областями. Ну, тут мы взяли все. Вот в них из лука, да. Осторожно. А, тут водичка. Да не, вроде мы тут плавали, наверное, да? О! Ну... Наверх мы не заплыли. Там какая-то то ли проблема была с воздухом, то ли еще что-то. Ой! Ты-ты-ты-ты-ты! А-а-а! Лук! Блин, а за него, наверное, лететь надо было. От него. Угу. Зараза. Вот мы, по-моему, в прошлый раз то же самое сделали. Там что там пол энергии этой? Половинка энергии, да? Разок мне показался кристальчик какой-то. А прикинь, это кристалл на дыхание. Нет, энергия. О, тут язычок какой-то, смотри, он колышется. Нет. Я хотел... Ну, типа, суицидом. Мало. Сюда тогда идем. Ну, по идее, да, потому что я других даже проходов не вижу, не знаю. Не забыл, какой кнопкой зацепляться? Лети давай. Я вспоминал, чем надо ловить эти штуки. Тут наша совушка лежит. Да. Она. Погладь ее. Моки стоят. Такие милые лемуры. Ац. Да, к нам куда-то вниз, да. Но не тут. Типа дальше. Кнут. Не забывай, сюда. Что ты поставил, кстати, кнут от врагов. Да. Да, смотри, кнут от врагов. Опа! Только осторожно, да, это палка о двух концах.
А. Он просто плевал в этот момент. Я поняла. Нам наверх, кстати. Вроде бы тут. Ах ты, зараза. Ура! А, нет. Или не сюда? Да блин. Уже мерзкая белка. Ну вообще, смотри, у тебя теперь этот блин к врагам. Истинный ТХ. Вот где-то тут. Опа. Здравствуйте. Ага, так. Тебашечки. Кто это засохший жук? О, ты найдешь его, если будешь сиять ярко. О, где? О. Вау. Вот. Держись подальше от тьмы. Мы уже здесь тогда в прошлый раз были. Спасибо, милые. Нам дали восходящий поток, можно, наверное, слетать за опытом. Угу. А, это предел, да? Зараза. Этого маленько не хватает. Да. Жаль. И раз... Эх. Нет, что-то как. Высоты не хватает. Осторожно. О-ля-ля. Заросшие недра. Нам сказано держаться подальше от тьмы. Ай. Ай. Все по колючке. Да, что ж такое-то? Не забывай, что у тебя есть кнут. Ты зараза, ты. Я помню. Ты себя в колючку запомнил. Подождите, мне надо сориентироваться. Смотри, там наверх есть проход. Скорее всего, опыт. Угу. Осторожно, эти полипы могут хватать, я боюсь. Не знаю, конечно, но они, наверное, работают как колючки, скорее всего. Так. Еще раз можно. Ага. Молоточек. Оу. Зараза. Угу. А... Цветочки стали вытягивающимися, как мостики. Это не просто так, значит, наверх можно пройти. Хотя, может, и нет. Ух ты, руда. Не очень понимаю, откуда лететь, правда, от этого цветочка или от того. Вот. Ничего себе. 10 рудинок. Мы потом обещали мокам построить деревню. Да. Там у того деда. Так. Ой, мотылёчек какой-то. Мы освободили. А, за светлячком, наверное, надо лететь. Он нам освещает путь или дорогу показывает, или что-то в этом роде. Да, смотри.
Потому что тьма поглощает, а за ним можно бежать. Обалдеть. Руна. О, вот так вот. И за этим. Боже. Ай. Ничего себе вот скорость. Вот, значит. А вот это не ломается? Нет. Жаль, за светлячка нельзя это, ну, от него там отпрыгнуть, схватиться. Угу. Вот вообще жесть, когда у тебя прорисовывается пространство буквально за полсекунды. Так это у нас сводил он туда-обратно, что ли, просто, да? Да. Потому что, видишь, туда, типа, не... Всё, стоп. Стоп. Ты смотри, еще есть вниз и вбок. Угу. Зараза. Но это надо опять того светлячка, того. Верхнего, чтобы он нас сюда опять проглотил. Ну, несколько времени есть, но это очень мало. Ай. У нас одна руна, да? Ау. Да, задолбали. Так, у нас одна руна, дверка вот. Карту нам этого еще никто не давал, да? Да. Руна одна, да. Угу. Значит, все равно придется, видимо, туда лететь за остатками. Тьма, блин. Тьма. Букашки какие-то. Бегом. Ага. Ага, цветочки тоже свет. Тут карта не рисуется, да? Не. Хера себе, букашки то есть... тоже свет. Бегом. Цветочек. Зараза. Руна, ага. И светлячок. Он нас обратно может проводить, ага, понятно. Ага, не пристрели светлячка. Еще обрати внимание, такая музыка тихая. Угу. Как же они вот этим нагнетают атмосферу. Такое напряжение. О, милый, спасибо. Так, все, мы взяли две руны, да, теперь мы можем войти в ту дверь. Алло. Да жопошная тут, блядь, такая. Так, руны две. Самое главное, что руны засчитали. Сейчас. Ура! Направо есть проход, но там тьма, я так полагаю. Да блин. Да что ж так нет-то, а? Так, ну дверки засчитала. Перелейся, что ли? Там тьма. Угу.
Так, там улей. Они уже вылазят. А бежать-то куда? Свет. Может, это надо сломать? Ага. Есть ХП, да? Еще комар летит. Так, окей. Мост какой-то недоломанный. И там такая же, на самом деле, ситуация. Нельзя пройти, да? Не дает? Так, а вот слева там тоже еще луч с потолка. Эта стенка не ломается, да? Да гадкий ты комар. Он тебя утащил. На шипы. Тут сложность, да, вот в том, что тут комары в туле висит. Две с половиной жизни. Вниз стреляй. Да блин, вниз стреляй. Есть. Ух ты, как все непросто. Блин. Переливашка. Угу. Энергии очень мало осталось. Да капец. И ее толком нет, что-то не видно. Да. Я даже ее не встречала. Так, хорошо, два столпа мы туда пустили. Попасть туда как? Мостик этот не ломается. Причем улей этот спамит постоянно. Он ломается. Энергии нет. Зараза. Еще один удар. Ништяк. Ну, короче, их давить. А вот так вот просто вниз и А не дает спуститься, да? Как вот ты делал? Типа с мостика спрыгнуть, да? Не, он еще прыгает. Комар. Офигеть. То есть нам показать показали. Это хорошо. Ну, вот здесь вот может быть. Вот. А, мы, короче, типа открыли свет. Да, а зайти можно отсюда, да? Да. Да, точно. Бегом. Светик. А-ля-ля! Зараза, скотина! Дальше куда? Сюда. Вот. Там улей. Там наверху опутинка. Ла-ла. 4550. Мы даже какую-то дорогую карту можем взять. Осторожно. Энерджи. Нам ее очень не хватает. Вниз и наверх, да, два пути. Mm-hmm. Причем, мне кажется, за собой комара надо тащить. Он сдох. Ага. Ой, нет, не успеем. Вообще непонятно куда. Да.
Как будто реально за собой надо тащить комара. Да, в другую сторону. Это вот у меня единственное. Нет, вот... вообще без вариантов, я не знаю, куда. Комара за собой тащить надо, я же говорю. Энерджи. Ой-ой-ой. Светлячок. А сверху была апатинка. А, ага. Так, там цветочек. Постой, перелейся, да. Тут можно передохнуть как бы. Иди сами пока. Ой. Подстава. Подстава. А. Там, короче, ничего нет. Да ё-моё. Да что ж такое? Да. Да ну блин. Надо ждать, пока цветок всосется и стоять на нем. А мы очень медленно это делать. Он как твой кислородный баллон. На что делать? Оля-ля. Колодец, е. Жесть. Да. На самом деле в первой части была похожая аналогичная лока. Угу. Называлась Норамис, что-то меж. А туда мы сейчас не пытались. О, туда проход был. Светлячок. Опыт. Угу. И он нас сейчас сюда выведет, ага. Угу. Он что, вниз куда-то летит? Он вниз летит! А, ага. Это вот то, куда мы вообще никак не могли. Да. Куда, 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 малыш? Доведет или до двери, или вот сюда. Да. Не стой тут, не стой тут. Ага. А у нас нету этих рун, чтобы открыть. Наверх! Подушечка! Подушечка! А вот она, руна. Он сейчас умрет. Угу. Куда? Наверх. Вниз. Наверх! Да подстава! Угу. Вот так. Вторая. Вторая. И вниз за ним, за ним, за ним. Осторожно. Ага, и обратно до двери. Быстренько, быстренько. Ага. Нет, это туда. А нам на... Бля. Блять, а нам в другую сторону. Чувак. Может, надо было с рывка просто бежать. А, мы этого и разбили, да? Да. Помрёт сейчас. Этот полетит сначала наверх, потом вниз. А там, видишь, смотри, сверху это. Что там? А, жизнь, зараза. Но это все игра на грани. Короче, туда со всей дури прям просто лететь, бежать, не знаю. Быстро-быстро, до двери, там есть свет у двери. Свет у двери, свет у двери. Yeah. Вниз. Опыт. Только быстро, потому что он где-то по другому краю. Быстро, быстро, быстро. Ах ты, зараза, это подстава. Жизнь, а энергия. Куда, куда, куда? Наверх. Наверх. Фонарик. Фонарик. Поздно. Ай, хрен с этим фонариком. Быстро, вот сюда. Фу. Переливашка, да?
Оп, это опять очередная гонка какая-нибудь. И куда нам дальше? Ну, цветок есть. Оп. Не успеем. Чуть-чуть. И как это брать вообще? Да блин. Да как брать? Где-то сейчас возьмем. Там наверху есть. Где мое? Господи, что это музыка похоронная давит. Да ну я ж нажал, но он уж должен был прилететь туда. Низко, очень низко. Так. Ну вот от подушечки можно туда на тот фонарик. Типа направо. На фонарик. Типа хова. И вот они, фонарики. Это светлячки. Не, все песос, да? Это норм, норм. Норм. Вылезли. Светящийся камень. Нифига там проходов-то. Угу. Фу, охренеть. Мне кажется, это знаешь, когда вот откроем уже. Ну, возможно, мы эту тьму еще будем отсюда прогонять. Ну да, я как вот это откроем. Чучело на мельнице прогоняли, это тентакли какие-то. Тихо. О, спамят. Опять штук. От них можешь наверх лететь, нет? Да, наверх можно. И там то ли камень, то ли светлячок. Светлячок. По-хорошему, вот этого, ну, духа Сейна, да, которого нам тут должны дать, я вангую, что он будет светлячком, который будет нас сопровождать. Ну, ты так, ну, по логике, да? И тогда с ним мы сможем, ну, зачистить Локу, например. Если, допустим, не будет РБ. Да ну, ё-моё. Да что ж так быстро-то? Бегом! Кнут! Да всё, отпусти! А, зараза! Наверх. Так, тихо. Да, скилл. Спасибо, милый. Ну что, нам вот раздадут? Ну дайте нам свет. Да, вспышка. Вы освоили новое умение, прижите его кнопки X, Y или B. Удерживая ЛТ, так вы начнете светиться и наносить врагам урон. Энергия при этом истощается. Вот это подстава. Неудивительно. Но зато мы так сможем пройти там, где мы не могли. Ну все, тогда дальше продолжим в следующий раз. Да. Ну, опыт прилетел. Ва-ху!